Құрметті алқа отырысына қатысушылар, құрметті депутаттар, құрметті әріптестер. Қаржы министрлігі мемлекеттің қаржылық саясатын жүргізуші орталық атқарушы орган. Оның күн сайын халықпен тікелей жұмыс істейтін сіздер білесіздер. Тек қана салық, кеден саласы бойынша мыңдаған адам, оның ішінде кәсіпкерлеріміз осы мекемелердің қызметіне жүгінеді. Сондықтан да мемлекет басшысы өзінің 2050 стратегиялық бағдарламасында қолайлы салық режимін енгізу, кеден жүйесін дамытуға байланысты жаңа міндеттер қойып отыр. 2030 жылға қарай шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2 есеге өсу керек. Бұл елбасының нақты тапсырмасы. Қаржы саласындағы тәртіпті күшейту, қызмет сапасын жақсарту жұмыстары басталып кетті. Оны әрі қарай жалғастыру керек. Әкімшілік кедергілерді азайту тұрақты түрде айналысатын ең басты міндет. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Уважаемые коллеги, в настоящее время сложились иные условия деятельности министерства. Ваша работа претерпела достаточно существенные изменения. И сегодня это не просто мониторинг за своевременным поступлением налогов, платежей в бюджет, эффективное использование госресурсов. А главное, и мы сегодня практически об этом говорим, это предоставление качественных услуг государству и населению. Ну и, конечно, нашим предпринимателям, бизнесу в целом. Теперь следует работать в этом ключе более эффективно, более продуктивно. Я хотел бы остановиться на ряде вопросов, которые нам надо решать в текущем и последующие годы. И министерству следует обратить особое внимание на их конкретную реализацию. Бюджет и эффективность расходов. В рамках совершенствования системы государственного управления бюджетным планированием в этом году и в последующие годы этим будет заниматься новое министерство экономики и бюджетного планирования, поэтому детально мы эти вопросы сегодня рассмотрим на коллегии Министерства экономики. Важное направление в исполнении бюджета – это оптимальные расходы. При этом не должны допускаться бесконтрольность в их расходовании. Администраторы бюджетных программ должны своевременно получать средства на реализацию текущих программ и программ развития. Почему я об этом говорю, Владимир Ахметович? Понятно, есть объективные причины, которые Министерство финансов всегда при распределении, при расходовании указывает администраторам программ, то есть полнота документов, качество их документов. Тем не менее, есть и субъективные причины по оперативному направлению средств на реализацию этих программ. Поэтому большую роль в этом играет казначейство, и я поддерживаю вами сегодня озвученные и то, что вы ускоряете подключение госучреждений практически всех до районного уровня, возможно, и до сельских населенных пунктов к обслуживанию в системе казначейства клиент. И если вы с учетом создания вам условий финансирования сделаете это до конца 2014 года, я думаю, что правительство полностью вас в этом поддержит. Поэтому надо максимально обеспечить условия, Кайрат Нематович, это будет контроль за вами, вот создание условий и подключение госучреждений. Это в первую очередь необходимо для наших клиентов и, конечно, по реализации всех наших программ. Налоговое и таможенное администрирование. Я внимательно послушал, очень многое меняется в этих двух главных наших фискальных органах министерства. И ключевым показателем, опять-таки, я остановлюсь, наших и таможенных, и налоговых служб, это должно быть качество предоставляемых услуг. Идет достаточно хорошая реформа и в налоговой, и таможенных службах. Видите, упрощается и создается эффективность администрирования. Вы знаете, что с 2009 года был объявлен мораторий над проверками предпринимательства. Тем не менее, мы, вы знаете, шли на создание параллельно закона о частном предпринимательстве, помимо того, что идет изменение и в налоговый кодекс. И вот в 2009 году, если мне память не изменяет, было более 18 тысяч проверок
субъектов малого и среднего бизнеса. Но в связи в 2010 году введением системы управления рисками, так называемых СУРов, только налоговый комитет уже в 2011 году снизил почти в 6 раз количество проверок. Вот представьте, какой идет реформа администрирования. Поэтому надо четко понимать, что эффективность деятельности предприятий и предпринимателей, их экспортный потенциал, конечно, зависит от качества налоговых, таможенных услуг. Все это должно предоставляться своевременно, без волокиты. И здесь особое внимание, конечно, нужно уделять антикоррупционным мерам. Они в большей степени как раз на это так и влияют. Главой государства отмечена необходимость дальнейшего упрощения минимизации налоговой отчетности с поэтапным переходом хозяйств субъектов на полный режим электронной отчетности. Технически все возможности у нас имеются. Финансирование практически ежегодно выделяется в полном объеме. И сегодня на председателя налогового комитета докладывал, электронная отчетность создает очень хорошие условия для развития бизнеса. Многие жалобы уходят уже в историю, в прошлое. Тем не менее, это упорядоченный процедур. Посмотрите, при введении тех или иных направлений электронной отчетности у нас многие процедуры отсекаются. Поэтому вопросы дальнейшего совершенствования и переход на полный режим электронной отчетности будет на особом контроле. Но одновременно надо налоговым комитетам, конечно, вести достаточно хорошую, такую серьезную разъяснительную работу, особенно среди предпринимательства. Мне понравился сайт министерства, гражданский бюджет министерства. Достаточно просто, понятно, так сказать, красиво разъясняется, и это нужно доводить и помогать разъяснять. Мы всегда говорим, нужно людям объяснять. Все-таки по финансовой грамотности населения, Министерство финансов, его, так сказать, структурным подразделениям необходимо более предметно и серьезно работать. Работа в рамках перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества граждан должна вестись, Владимир Ахмедович, по строго намеченным планам. Министерству завершить разработку соответствующего законопроекта в указанные сроки. Вы знаете, что план законопроектных работ по этому направлению предусмотрен на 2013 год, то есть в этом году. Необходимо и далее проводить систематизацию таможенного администрирования. Сегодня Мажит Тулебекович достаточно понятно, коротко, но ясно доложил об этом. В рамках совершенствования таможенного администрирования, устранения административных барьеров было принято решение, сегодня Мажит Тулебекович говорил о передаче таможенным органам функции и ветеринарно-санитарного, и карантина растений. Мы должны завершить передачу для интегрированного контроля и проект законопроекта до 25 февраля вносите в правительство. По госзакупам немало позитивных изменений в сфере государственных закупок. Достаточно активно совершенствуется законодательство. Хочу одним словом сказать, поручения главы государства исполняются, но есть вопросы. Мы недавно рассмотрели, я должен сказать, положительно, что Министерство финансов достаточно активно реализует все те решения, которые совершенствуют наши государственные закупки. Это единственный орган, который серьезно сейчас занимается и достаточно активно продвигает электронный закуп. Перевод от системы государственных закупок в электронную означает не только экономию бюджетных средств, но и повышение доверия к власти и ее прозрачности. Единственное, мы вот обсуждали, есть вопросы, которые просто необходимо предметно сесть и решать. Вот кто будет заниматься в этой системе антидемпинговой политикой, пост-администрированием после государственного закупа. Почему? Потому что все равно же надо в соответствии решения принимать. И, конечно, кто будет оказывать приемку. То есть есть несколько вопросов, которые надо просто расшить и начинать углублять этот процесс. Альтернативы электронному закупу нет. Мы на примере, так сказать, Министерства финансов и всех их предложений будем дальше расширять сферу этой деятельности, в том числе и национальных компаний и фонда самоуказанных. Поэтому, Владимир Ахмедович, надо эту работу достаточно хорошо разворачивать и начинать. Один из вопросов, конечно, вот у пути решения и улучшения этой работы – наверное, нужна прозрачность и ее централизация. Мы об этом говорили, давайте вносите свои предложения. Финансовый мониторинг.
В рамках работы по финмониторингу министерству необходимо в установленном порядке продолжить работу с Евразийской комиссией, а группой по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма. В системе финансового мониторинга развивает взаимодействие государственного и частного секторов, соответствующие принятые соглашения. И в специальные госорганы и правоохранительные органы в 2012 году направлено более 200 материалов. Результат очевиден. Я хочу отметить, что работа проводится достаточно положительно. Поэтому работа по законопроекту, позволяющему учесть замечания евразийской группы, не должна затягиваться, она должна активно продвигаться. По госимуществу, Болотбек Ахметович подробно об этом говорил, нам нужно достаточно серьезно, эффективно управлять государственной собственностью. Необходимо до конца мая месяца провести ревизию государственной собственности. Нужно понять, что оставить государству для его эффективного функционирования, а что отдать просто в частности. Результатом этой работы должна быть стать дорожная карта приватизации нестратегических предприятий. Такую работу мы начали. Эту комиссию, которую мы договорились создать, возглавлю я, моим заместителем будет мой заместитель Хайрат Неватович Келимбетов и министр финансов. Аналогичную работу нужно провести по объектам недвижимости, особенно те, которые неэффективно используются. Здания надо передавать в частный сектор, передавать в социальной сфере. У нас еще в ряде регионов не хватает детских садов, только нужно, конечно, при передаче тем или иным направлением использовать здравый смысл, подходит ли это помещение для детского сада и для других социальных объектов. По оздоровлению предприятий, хочу сказать, эта работа достаточно неплохо начата. По поручению нашего президента правительством принята программа посткризисного восстановления. Сегодня ее участниками стали 34 крупных предприятий, из которых 11 уже оказываются меры государственной поддержки. Хорошая, эффективная работа, предприятия это почувствовали, они сами не довели себя до банкротства с учетом этой программы, и сегодня эти предприятия начинают достаточно хорошо восстанавливаться, я думаю, что эту работу надо будет продолжить. Уважаемые коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что от успешной деятельности Министерства финансов зависит эффективная реализация социально-экономических задач, и мы должны мобилизовать все наши возможности, в первую очередь, ваше министерство для устойчивого развития нашей экономики. Я уверен, что коллектив Министерства финансов – это стабильный, грамотный коллектив, которым эта задача по плечу. Желаю вам успехов.